Ну, Делайте короче, сервис. блядь, я сказал вам свое мнение, и вы можете соглашаться, не соглашаться, но, типа, если это все продолжится, я не буду молчать. Типа, Во, вот, за мной, они за мной в приедут. бездну идти не надо. Просто и все. Не, Максим, похуй. Я Я думаю, предлагаю что никого не подождать будет. просто целка, время подождать немножко, месяц, сколько там целка пройдет, и посмотреть. Если они действительно хорошо играют, ну, общение, это уже можно это подтянуть, это уже второе дело. Не, ну то, что если типа челики просто вы по консулу, да, типа их просто хотите, ну типа Кирилл Я хочет. не знаю, как они У нас нет консула. Нет, ну не, если Кирилл будет же. консул, то это сразу пока, типа это друзья в Типа первом рейде, друзей, ты не, не, Блин, консул, то я ливаю сходу. Я тоже Шаул. ливаю сходу, если становится консул, Окей. когда, блядь, я хожу во все рейды для того, чтобы ебающе Нет, лутать и слушай, ну трачу вот. 5 часов своего времени, чтобы сходить с первым рейдом, чувам, которые не могут, блядь, сделать просто на боссах, на которых тактики нет, просто, блядь, стопнуть дамаг. Ты ж Чилы помнишь, срывают нас агро, и с мы Серой не умираем. грипали, блядь, и слакали с этим. Да, блядь, это, Вот блядь, этих ну... новых челов он хочет, типа, одевать во втором рейде, да, типа. Да. Вот сейчас Грул Магик, он Да. взял их, твинов. Ну, Грул Они Магик... могут одеться вот сами, вот соло Окей, одеться. давай, обычки, окей, хорошо. Обычки Но у челов похуй. нет ЕП. У челов нет ЕП, как они сейчас будут лутать? Неужели по консулу? Нет Ну, приоров. как? Блядь, с каким Увидим. приором они к концу ЦЛК не оденутся, если будут Увидим. ходить. Увидим, как они будут лутать. Посмотрим. Он просто сейчас так представил этого чела ДК. Блядь, да это гений, который Какого? будет Это давать миллиард ДК. Да, вот этого. Не, ну а может быть реально так. Ну типа окей, хорошо, Посмотрим. если он даст миллиард ДК, миллион урона, хорошо, типа Я к я... тому, что типа, я отказываюсь, я не буду их вагонить до тех пор, пока я не буду считать их полезными. Ну, я говорю, просто брейкнуть типов, пока они Типа, будут хотя бы 240-ыми. как только они начнут приносить пользу, которую... Когда я не буду считать, что я их вагоню, тогда я буду ходить с ними. Почему они не могут в соло одеться и прийти в гильдию? Такое... Вот, типа, я одевался в соло, пришел в гильдию. Ну, то с бугами ты не оденешься быстро. Я оделся. Блять, хорош там молотить по тарелке, заебал. Да я! Приятного аппетита. Ты заебал, жраю, блядь. Кто Вчера, сказал, сука, молодец, сидел, жрал яблочко. Окей, в Или что там? Там Т4 молить. И еще, типа, я так... Слушай, я как прямо, типа, говорю при всех, потому что Кирилл не сможет меня кикнуть. Я думаю, что он, ну, возможно, понимает, что если уйду я, и уйдет половина других ребят, которые также мы пришли. Ну, типа, даже если вы не уйдете, он все равно думает об этом, что вы уйдете. Я даже уверен, Поэтому что пока что он просто не готов потерять там 8-7 человек. Просто не готов. Ну, конечно, учитывая, что вы еще ему делаете проходки, но... Ну, типа, да, еще учитывая то, что есть Сизерона, который делает проходку бездарем, которые не могут сами сделать. Свои селы я вообще в ахуе, типа, чел ровный, Не, ну но я так сегодня думаю, что показал он себя говном. Проходку уберут, это Что он типа ровно. Ну, блядь, Никита, расскажи, что он сделал. Что? Так, стоп, стоп, почему он не пошел в кару? Он мне объяснял. А, он и не хочет, блядь. Вы, видимо, чатик не читали. Не, к тому, что он типа ее бойкотирует или что? Ну, типа. Да. Это про это, ну. Да. Ок, локов много. И, типа, окей, чел не будет О, попадать. Ванесела? Да, Ванесела, который, ну, да, реально я хороший хорошо чел. Играл на ханте. Ну, как кажется, нашел слот товара. И печку возьмем, типа, вместо него, нахуй нам от этого ничего. Я с Ванеселой, блин, играл ну, еще в этом. Печка вообще гигачат. Он, получается, играл на пойдет на Полгород? На Я прыгну. Ну, только я контракт пойду. Он делает как водка, он сказал, нахуй это ЦЛК, если меня кикнут после 27-го, вот и все. Нахуй делал проход, в Киаску бегаю. Не, ну он нормально играл, помню, на ханте. Он его разбанил. В одной разбанил. Его, помню, за голду забанили, блядь. Он долбоёб, мне тоже должен был бан пролететь. Я заходил на аккаунт, тогда нихуя не было. Ух, пронесло, бана не Помню, было. Мы... Даже вроде этому локу мы хотели проходку делать, типа в ульду там было, нахуй надо было закрывать. Было такое. Ну, в общем, блядь, сегодняшний разговор с Кириллом показал, лично для меня, по крайней Это мере, что вот... Кириллу похуй. Когда? Ну, мы сейчас разговаривали, типа,
Я не услышал. Он просто не знает, что делать, и все. Нет, а что ты хочешь, чтобы он сделал? А ничего он не может сделать. Не-не-не, типа, Доля, что ты хочешь от него? Что я хочу? Да. Как минимум, я просто не очень понимаю. Снять те ЕП, которые он должен был снять челам с 25-ки. Да своим друзьям. У Макет, блять, стоит не декурсит, мы с ним в чате срёмся нахуй. Он такой, вообще Кирилл не замечает. Рофлыч, блять, перестает декурсить. Рофлыч это не... Рофлыча снимали, в смысле? Нет, Рофлыча снимали. Ему не снимали. Да, Рофлыч дырявый типай, начнем с этого. Я ему говорю, блять, декурс. Он первый раз пришел, блять. Я пошел разбираться, почему меня не хилят на кубе. И все, ты пропал. О, минус Рид опять. Вот опять начнется, Кирилл прибежит сюда и скажет, вы что, блять, Рида обижаете? Панель. Доля, меня Хаку инвайт. О, черт. Ты на ком? Зрону. Где минус Рид? Где? Я не вижу. Хаку, Арис Линч не бьет? Он на Энхе. Ну, спасибо. Может потанчить. Пойдешь ком... ком... Не будет с тобой Рита разговаривать, все. Блин, какая-то залупа встала на большом маунте, я не могу попасть по чилу, который квест дает. По хп-бару нужно. У меня нет хп-бара. Ну, включи. А, ты забыл. А, Кариси не пойдет. Он уже, видимо, сделал все, потому что он такие прошли. Слышишь, Никита? Чё? Вот это вот мы были с этим, с HQ в одной гильдии с Бобисом, типа... Я ебу вайпы, блять, на 5% на момент. Когда ещё в контенте на Аксе, типа, были. Я не был в гильдии. Ты уже орёт? Всё в одной гильдии, помню, было. Кто-то куб не прожал, прикиньте. О, жду минус ЕП, жду минус ЕП! Нет, если это его друг, то он не будет минусовать. Я просто не знаю, кто не прожал. Просто, блядь, то на X2 меня бесило, нахуй. Вот ты сидишь... А что на X2 не пришли? Типа, на X2 что ли нечего делать или что? Может, позвал. Он вообще не играл, судя по его аккаунту. Я чекнул эту кунку. Он там шем собрал, ПВП бегал и забил хуйную игру. Сейчас он, походу, решил вернуться. Привет, и играет на X4. Как дела? Найс вайп. У вас 14% найс вайп, блядь. Только контракты собираем? На, танка ищи. Ну, танка слышу этого. И да. Я тебе хочу попросить, как Тарзану сходи. Хак, с тобой трахвистики после этого. Тарзану сходи. А то мне сейчас танк в ПМ просится, я ему сказал, подожди. Ну ты, надеюсь, этот, Орда? Да. Да, забьем, такая Орда, что он может и голову кому сломать. Хорошо. Мы с ним нормально в Штормграде сегодня побегали. Контраст. У вас же в каре поменялась половина пати, и вы еще за 1 КД закрыли. Мне кажется, вам повезло. В смысле половина? Так да, он про нашу пару. Холище. Кирилл ушел, блядь, на декана. Танчина. Чваво там. Не, ну это правда, у вас очень много людей поменялось. И то, что вы убили, ну это пиздец чудо. То, что вы оперу закрыли. Это то, что у вас хилы более-менее. Ну опера, конечно. Чё? Долго. Подожди. Как раз таки из-за хилов они долго сидели. На опере, что ли? Но я опер... И на опере, и на мауче. Из-за хилов они очень плохо. Очень один раз пришел? Обида, блядь. Чисто обида. Так это ж не ты хилил. Серферу я хилил. Не забудьте. А, ты на АТ-10 сидел? Нет. Я за хилил. Они хилил. Своим нормальным составом дамал чего убивали все. Я про АТ-10, типа. Я так понял, они Яшу брать не могут. Подожди, а вчера ты на кнопочке... Ты кнопка хилил вчера им этого? Ну да. Я просто помню, я думал, что АТ-10, типа. Ну ладно. Ну оперу я плохо смотрел. Про оперу я плохо, типа, ну... Оперу я слышал, типа, что, ну, я, короче, я с Атедисом смотрел, я думал, там еще раз Атедис был. Ну, ты понял, короче. Я прям пот был, я думал, блядь, не 5% из-за слакует, то нахуй их Кирилл зарежет, блядь. Вот я листаю и тупо говорю людей, которые, ну, пиздец, типа, Риденг, Фонарий, Ромашка, в скобочках Кумакет, Кунка, Ондра. Кумакет, почему Доля, мы минус ЕП не давали? Секунду. Бестия, Фламберг, Батя. Бестия, че он хоть же хуже. Тучкенса. Ну, Бестия, я помню, он свайпнул, блядь, в обычке Кари, нахуй, на винце. Кьюрил, но Кьюрил вообще пиздец. Погорейди, ну он Кьюрил, просто... Он же сейчас... Калхан, ну типа, блядь.
Вот. Это вот как это вот те люди, которые сейчас из онлайн. Я помню, тогда не захотел заходить в этот ДС, блять, потом ты первого вайфа, блять, загнали его в ДС, нахуй нормально прошли. Бля, в ахуе, надо в Бентли переносить в первый рейд. Самый нормальный лев. Там челы, блядь, 25 плюс, нахуй не могут 10 кадров. Кто там это был тогда? Хьюрол какой-то еще был, блядь. Ой, у меня на пула нет в этом. Сейчас. Так. Ты во второй рейд ходить больше не будешь, блядь? Доль. А, нет, скорее всего. Доль, что там был за лев, который про этот, про соф еще порассказывал? Я не помню никого. Про что? Про меткой соф и шп стакаются. Амораль. А, блядь, аморалицы. А, вот. А, кстати, аморалицы, я давно не видел. Это где он? Шпшный, что ли? Что а что-то аморалицы давно не видел, где он? Он, по-моему, Лима. Не-не-не, в гильдии 20 дней назад в сети был. А, ну понятно, после раз... Когда статик развалился. Почему они кикают, не чистят людей в диси? Ну, он чистит, он чистит. Асус до сих пор в диси, блядь, в гильдии его давно нет. Ну, он понижал его недавно. И кикнул. Когда у него жопа сгорела с Борланда, он начал кикать и челов, который давал. А зерна не забудь подобрать. Я не тупой. И хаку ты, но мало ли вдруг ты забудешь. Хаку тем более не тупой. Блять, хорошо. Ну, знаешь, я с Реслином один раз... А, ну как сказать, Реслин дважды побывал тупым, и я один раз. Ну, Ури, тебе простительно. А, да? Ну, типа, так, ты... Как тут тебя добавишь ЧС? Ты, в смысле, нет, стоп, это не хит, просто наш старый дед, ты знаешь, что самый папочка. Ну, типа, старость уважать не надо, ну, типа, ну, молодый, да. Ты пиздец, блядь, осуждаю. Ну, мне половина чела в тачке, деда. Доля себе нашел папочку. Блядь, реально, у вас... Профиль. Женя Смартер Пердун, блядь. Не понял. Пердун. Я люблю Пердун. Добавить заметку ЛГБТ. Это стоя. Блять, он флаги заблочил тогда. Я девочка. Подожди, интересно, что вы реально поверили, что я девочка? Это тот самый легендарный статик из четырех пердунов, который Кару закрывает с первого пула почти. Слышишь, Доля, давай десятку кары собирай. Хуй, блядь, десятку кары. Ну не такой, в которую ты ходишь. Зови меня только на опыт. Слышь, Доля, ты больше не будешь не ходить в кару, да? А не на пол. Ну, я посмотрю, что завтра будет за разговор, типа я, возможно, даже вообще не буду ходить. Давай ты поэрели шоперу молча, я все остальное поэрели. Только надо в разные дни будет. Блять, я все остальное тоже могу поэрелить, кроме вот опера и молча. Типа я не... А что за разговор? Зато что, опять будет что-то? Ну, типа, если я посмотрю, что скажет в итоге... Типа, ну, как ситуация это разрешится? Если мне это не понравится, я лизну. Какая ситуация? Кирилл сказал, что хочет, чтобы я закрыл свой рот. Рот свой закрывать не буду, я ему сказал об этом. Кирилл сказал, значит, тебе ЕП буду снимать. Сказал, ну, ебать, значит, меня не будет, чё. Вы мне объясните, почему я дамажу так же, по крайней мере, до кубов, так же, как одетый или... Ну, ты гений. Ну, как ник у тебя? OG baby. Уже все, я там уже кубы жал, уже бегал, уже не считается. Хотя, в принципе, мне ЕП нахуй не нужны. Я могу два раза на кого-то наехать, у меня будет 1000 ЕП. Но этого хватит. Какая разница, ты все равно кольчугу лутаешь, кто ее заберет, то у тебя. Ну да. Сейчас энхи такие налетят, ну-ка, блять. Да. Рид заберет свои. Те самые легендарные энхи. А у а может вы пройдете, а может и запулите. Ну, блядь, обидно, что, конечно, порезали их вообще. Не, ну я вообще охуел. Я с утра начал читать, проснулся. Какой-то, блядь, ноунейм начинает налетать, что-то пиздит. Ну, он один, пару часов в гильдии от силы, и что-то уже пиздит, и ему админ, да. Да он друг! Не, ну, по сути, он находится один день в гильдии, он даже не... Пацаны, сейчас я второй рейд, если буду релить целка, нахуй, там все на свои места станет, нахуй. Я тебе говорю, блядь. Все, кто слакует, будут просто, нахуй, посланы, и все. Обычка. Чего сложного в обычке? Ну, это ты так говоришь, блядь. Тогда придем, увидим. Первый план. С первого плана ничего не закроется, я тебе говорю.
Сейчас чисто, блядь, приходит в обычку, первый босс, типа, 5 смертей на шипах, второй босс, блядь, МК всех поубивала, на кораблях все вниз попрыгали, нахуй. Ну ты про пугарейд говоришь, блядь, тут получше должно быть. Да даже на пугарейде это собрание доходит, только профиски. Боже, я чел, блядь, мы убили уже этого босса, не только этого хуяры. А чё сложного, блядь, ребро, стоять в одном фрейме, когда начинает крутиться, отойти. Целка не рейд, забудь, блядь. Я просто, ну, в хейме, да, поплатить придётся. Если... Например, на профи, блядь, на синдре люди будут летать знаки и взрывать нахуй всех. Нет. Будет, я тебе говорю. Бля, боже, клоуч. Кто-то опять не прожал кук, нахуй. Вы что, опять сдохли? А почему я не вижу минус ЕП в чате? Я хуй знаю. Завтра. А кто не прожал? Нормально залетел? Ну-ка, я понял, мне кажется, не смешно было. Еще раз, что сказано было? Ты такой, типа, говоришь, я не вижу ЕП в чате. Минус ЕП в чате. И он такой, типа, завтра получишь. О, хорошо, хорошо. Я говорю, я не вижу минус ЕП. Я говорю, завтра, блядь, увидишь. Я угораю у этого. Не, ну это рофильно будет, если вам за срачку, типа, ЕП. Но меня не снимут, потому что я не срочник. Мне стало, если мне снимут ЕП, я уйду. Бля, смотрю. Лист из гильдии ливает. Такой, бля, вы чё, охуели? Я инстантно ливно, даже ждать не буду, ну, типа, каких-то объяснений, почему я снял. Заебал, давай я тебе ваунир сделаю, блядь. Какой нахуй вылазит, да? Ну ты будешь круче этого, круче Риддигана, блядь. Блядь, я круче Риддигана, потому что я не Рид. Я уже ну, в этом круче, понимаешь? Ну а с Валадином будешь там, блядь, на туре, просто если тебе богом будешь. Блядь, мне вообще похуй на кто как хилит, он не хочет нажимать кнопки. Ну ты будешь круче, блядь. Это... Я тебе говорю, давай десяточку. Смотри. Десяточку соберем. Это самое. У меня ДКшник есть. За танчик, если что, или этот, или палом. Чё, Хаку, хочешь на этом, хочешь, чтобы мы собрали еще один рейд? Я уже один рейд собрал. Я хочу собрать нормальный рейд, и потом... У меня был нормальный рейд. И потом мы сможем Азероновский и наш соединить рейд, и будет у нас своя 25-ка, блядь. А, да, и мы возродим Жомов, нормально. Ну, я тебе... Подожди, я... план, блядь. Это всё реально. На ДЦшнике чисто потекать. Я ПРЛ, я 25-ку, целка ПРЛ. Вон это, на стримчике. Обычку с кем могут. Блядь, да хули я в комбате, я не могу выбежать. Помогите. Да не, ну не сейчас, я имею в виду, а в целом. Можете в лайве смотреть, как челы хуярят на элемчиках. На элемистер. Да-да-да. Дом. А то я то, я хапальчика качнул. Вот будем хапал в ДС чилить. Вон, у Войда можете посмотреть. Тюряху мы так и не проверим. Ну а типа, ну, а как? Чё у Войда посмотреть? Как он проверил? На стриме можете посмотреть, а как я вот ДПшу от этих чувак. Что-то грустные какие-то. Или мистер. А ты на ком? OG baby. Ну ты увидишь, когда босса будем бить. Ну у тебя маленький ДПС, ну ты хуево одетый, да? Там 2-4, по-моему. Не, 0-4. А, 0-4, да. Бля, и мак не срывает. Это на спайре, либо? Надо к ЦЛК одеть, блядь, файлом. Так что, Доля, я тебе говорю, план есть, блядь. Мы можем сделать. Будем дуть. Так что, не, ну если у тебя место есть куда-то готовое. Не, в принципе, я понимаю, что ты все уверен. Я тоже все уверен. Я могу ливнуть с любой гильдии и попасть в экзал, так, блядь. Вообще, мне похуй. Ну, типа, не вижу смысла сейчас пока трепыхаться, что делать. Вы готовы увидеть? А вот DPS. Сейчас бимба-бомба. Началось. Венесела пишет. Буду знать, кто ты есть на самом деле. Мирая, у вас там заразно, что ли, Доль? Че? Ну, ничего, он, блядь, Мирая считает, что вы долбоёбы, и я заразился от вас. Мирая, это же сам. Кто заразился? Ему 13 лет, блядь, чё вы, блядь. Все, бля, сейчас ебашить буду, как сука. Это ты ДДС машин пишешь? Кого-нибудь есть? Фриком, да? Или чё, кому? Алхимия на это... Кому ты пишешь? На прок, на...
Я еблан. Делайте wow. Перепост. Ладно, похуй. Даже этого должно хватить. Кстати, Бентли обгоним, вон врывается, или нормально. Первый раз бурстанул трипл. Но... Да я... У меня, блядь, боже. Ладно, догоним. Или, или Челов, или Кирилл там Челов обосрал, они начали кнопки. Да, ты чужая трапа. По бычке обосрать? Мне кажется, он обосрал того, кто не прижимал. Нет, он всех. Давай, хотя бы волочку. Я... У меня было нормально, а тут, блядь, просто такой хуёвый ДПС, потому что у меня почему-то не кинулось это. А чё он или Энхом не бежит в ПВП? Шок не кинулся, и поэтому у меня лавабурс не крутовый, блядь. Всё как-то по пизде пошло. Почему он должен бегать в ПВП? Типа... Ладно, там было до этого нормально, сейчас я хуйню сделал. Мёртвый. Пускай он бегает и в ПВП там бегает. В ПВП он не мёртвый? А более-менее. Опять куб не жмётся. Энх тоже мёртв. Ну чё за хуйня, кто не жмёт, блядь? Мне что ли говорят сзади, я не жму или что, не могу понять? Он бы метку поставил. Так ни на ком не стоит метка. Вообще? Странно. И где минус, ебать? Три вайпа на магике уже, да? Уже 40 минут жду. А прикинь, ещё грулхаем. Так, всё, мужики, вот сейчас реально за ОДПшу. Бля, мне холенче жалко. Пиздец, блядь. Как хорошо, что я не там. Я тоже сказал, что я работаю, блядь, потому что я не хочу посвятить это параши и блядь. Да, обычно похуй. Чем-то обманываюсь, долечка. Фу. Там Серега уже на маге шпилит. Моба, от пуль хаку. У тебя эти, у тебя големы, что ли? Поэтому там я побиваем. Обычно закрываю с пугами. Можешь его отпулить? Инвистом какой-нибудь. Блять, мы в комбат вошли, не могу ракету кинуть, но... Ну, бурс! Я не успел тебя прохилить, ты чё-то... Ладно, my bad. 600к ДПС и челик, это... Доля, я почему-то до тебя не дотягиваюсь. Гимном. Надо падать. Пусть. 600к, это кто? Хотя, может, может и не кто. 600 просто, ДПС и челик. Скул вот этот, да? Скулхан. Ниже. 20 место, 600 ДПС. Ааа, Ондра. Просто, ну куб жмёт. Он... Вы не убьёте его. Ну это сброшенный трэш типа ДПС. Это куб, наверное, жмёт. Или не жмёт, как показывает тревога. Не понимал, что мы, типа, он огромный выдержал, видимо. Хотя был на пол. Он куда? Поворачивайся. Блядь, дольно не надо было вставать. Ой, нихуя. Ой. Я так понял, Кирилл будет собирать кары для проходок? 5, 4, 3, 2, 1. Если он писал, то нужно проходку. Да, кстати, Софсет, хочешь проходку? Не. Отдых от кары, ебал я в рот. Так нет, только молчи, он не молчи. А я сладко. Ну ладно, не хочешь какой-то. Я не с молчи хочу, я хочу фулл сан закрыть, а не как правогодник какой-то. Толка, значит, не пойдешь. Я сам. Что у вас это еще откатит? Я буду проходку искать. Смотрим ролик. Так, че, хаку, пойдем квесты делать? Уже он сколько ноет, отменят эти проходы. Отменят их. По крайней мере, не сразу. Го Костя, на самом деле. Вульдет. Все квесты делаем. Вульдет когда-то будет только смотреть, блин. И ВК на Ниле, мне кажется, нет. Да, тоже и ВК, помню, поменяли. Чё обычки? Нахуй обычки во втором рейде ходить? Закройте с пугами, и, блядь, один день свободный будет. Так с пугами ты не оденешься. Так, оно идет так, потому что остался так, один груль. Я он с нет, пугами нет, закрыли, типа. Они обычки хотели сходить и до этого. Если бы мы ВК закрыли быстрее. А, вам сколько нужно этих? Мы уже убили одного. Ну, мне не нужно. Я думаю, он просто. Ну, три надо. Тебе еще один нужен? Хаку. Вот этого тогда бьем. Это, с руками ты ни за что в жизни не оденешься. Я он пошел. За месяц оделся нормально. Да, не знаю, я он пошел
ролем плечина шамана. Я сразу первый ролл выкидываю 87. Ну все, думаю, заебись, блядь. Гильдия сейчас в кармане. После меня что-то. Да, мне еще один камень забыл. 12-30 ролл, такие вот роллы. Хорошо, и удачи. Потом в конце еще челик кидается. 88. Блядь, пожалуйста. Смотрю челик, и там какой-то рога, 6к ДПС. Без одной Т4, он 8, говорит, а где эти Т4 на Кильдонасе менять? Поэтому, ну, охуенно, блядь. Потом у кого наебать, сказать, ну, купи за 5000, и все. Да. Все равно этот чел 100% уже не играет. Как вообще так? Да, может, я не подумал про это купить. Надо было попробовать. Выдавить. Тебе тоже спасибо, Леша, молодец. Блин, Лёв, красава. Хуёво, стипенька. 13 раньше. Чё там она, эта пизда, говорила про фаермага своего, что она, блядь, больше нас будет давать? Чи стрима? Я пока не могу. Я с ним делаю. Мне похуй, я знаю, сколько она будет давать, типа, я даже смотреть не как хочу. У меня сгорело, сука, мы сидим в декурсе, единственный, кто не в декурсе, это Кумакет. И она такая, я вообще-то на маке, блядь, здесь даю столько ДПС, что вы охуеете. Чё вы не ДПСите? Я сижу, мне хотелось ебалы разбить, когда я на декурсе стоял. Блин, ты можешь ее дочь сожрать. А сейчас это нормально, просто на 15 так. Так а что ты не линканешь эти курс? Линковал? Я линкую до курс? Мне уже да я об этом войсе сказал всем. А он даже войсе говорил. Я линкую до курс, говорю, а какого хуя, типа, рофлыч забил хуй? Потом рофлычек меня. И Кумакет. Кумакет не дает минус ЕП. Next pull. Опять не декурсит. Пишет, я вообще-то ДПС, блять. Нельзя декурсить и ДПСить одновременно. Я такой, понял. Кидает третий раз, ему вообще минус ЕП не дает. Да был бы это мэрит, я бы пидора кикнул нахуй, и все. А потом это пизда. Так, тут лисичка, если нужно, бери. Типа, мы втроем еле успеваем декурсить, а двое хуи пинает и минус ЕП. Там мне еще парочку деталей и лисы еще. Это когда кубы один раз не прожали в РДД, в миле не прошел кто-то. Так сразу же минус, блядь, 200 или 500. Чё за хуйня? Опять куб не прожали? Обычки. Четвёртый. Вы опять вахнулись? Да. Да, чё за хуйня? А там Кирилл вообще пиздец орёл. Пойдёмте, Костя, пойдёмте, Костя. Пойдём. Я хуею просто, блядь. Бля, я... А можно за лисичку убью по пути? Пацаны, мне кажется, вам в рейд надо идти вместо вот этих нахуй, кто там кубы не жмет. У меня не, нам не нужно. Ха. Я бычку максимум в первом рейде пойду или закрою просто с пугами. Не, спасибо, я закрываю квест, иду, блядь, хавать то, что я покупал себе вкусняшек и смотреть сериал. Сериал Кста этот турецкий. Я просто смотрю плаксивый сериал на 800 серий и уже на 25 серии и плачу с каждой серии. Я не могу. Плаксивый. Боже, это просто бабский ебучий сериал, он настолько интересный, это просто что-то с чем-то. Как, убей, пожалуйста, всех. Про что там, про любовь? Про любовь? Да. Про то, как обычная цветочница... А, Трейкхан смотрел? Да, точно. Кстати, один из моих любимых фильмов. Тоже плакал там, да? Да, это один из моих любимых фильмов, спасибо большое. Пиздец, когда ждешь Грулана, нахуй. Я вот, я вот чисто смотрю этот фильм вот каждый раз, как будто первый. А, блядь, красава. Как просто с языка снял, блядь. Ну ты реально согласись, ну типа, знаешь, хочется стереть себе память, вот каждый раз стирать себе память и смотреть этот фильм. Ну типа, блядь. Так что, ну, ребята... человечество не придумало пока что лучшего фильма для подпивасов. Ну типа, нет больше. Нет фильмов лучше для таких подпивасников, как мы. Ну типа, блядь. Ну фильм это просто, вот этот фильм искусство, типа, похуй на все остальные, которых создали. Ну типа, я просто, вот я не могу, я на Кинопоиске поставил 10 баллов. Помоги, Доль, мы голову ломаем. А, ебать, вы файтитесь на, сучка. Она баба нажала. Где файтитесь, я зайду, обосу, а, блин, из одной гильдии. Заходи на Толгород. Чё, я вас пиздить буду. Блять, почему? У нас маг, который тебя убьет. Нет. В смысле, мы тебя в пати возьмем, дурачок, как ты будешь пиздить нас? Да я в PvP спек. Вот этого фрика будем? И что ты в PvP спеке, дурачок? Я говорю, дай спекнусь, ебала. Ладно, короче, на охуенный босс.
нажал куб, луч идет, захожу туда в ДС, этот спрашивает, кто куб не нажал. Я видел, что трусы не нажали, а на трусах я стою. И так, тремя челами. Уже. Ну, типа... Ни одной косточки не собрал еще. А где вы? Хоть вы не... все еще на магике? Так, там кубы не жмутся. Но есть такая херня. Это баг какой-то. Баг есть, я видел на форуме, типа, в репортах. А кто фонари? Фонари это кто такой? Друг Кирилла новенький. А, понятно. Не, я не согласен одевать 190 чулок. Они могут сами одеться. РПК даже не бегает, просто ждут, когда я кружу. Ну, я сказал об этом сразу, я их собирать не буду. Челы не могут сходить РБК побегать. Будете моих твинов 200 одевать, пацаны? Конечно. Оденьте мне, все пожалуйста, рейтинг. Только твоих. Чтобы... Тем более я хожу на своем твине, который, блядь, одет лучше, чем некоторые мэймы. Да у меня следующий на очереди авара хочу. Фурик портовар. В перспективе. Здорово, Борон. О, Борон, там только такой, такой сейчас срач был, ты пропустился. Почему Никита на толбе? Долю хотели во всех смыслах. Блять, а чё за хуйня? Слышишь, а вы же с Долей давно играете, кто Зерона там, кто остальные? Но мы не, ну, просто не волей познакомиться, мы с Долей. Слышишь, мне кажется, Доля должен быть каким-то расщепителем гильдии, расщепителем рейдов, блять. Вот куда ни придёшь... Рейдов. Да, рейдов. Бля, да нет, на самом деле, понимаешь, когда просто я в моб играю 4 месяца. Ааа, все ясно. 4 месяца вообще в этот ебучий моб играю. Ты меня сюда привёл, Зерона? Мы играли с ним в другую игру вместе. А, Зерон, это ты виноват, короче, все ясно. Типа, мне никогда не нравилось. Ну, нет, мне нравилось, я играл в ПВшку в детстве. Сука, типа, в линейку играл в детстве, но, блядь. Сука, нас ебут, отвар охуевший против. Я против, в рот ебал. А чем вы? А как вы бьете? Почему они у меня синие все? Я ренегат, потому что. Ёб твою мать, выйди нахуй с пати. Я, блядь, за альянс. Ты убил Хаку, Доля. Я? Как? Да. Не верю. А как он его ударил? Мы в пати в одной гильдии. Доль, ты его убил. Как? Ну, ты соседа в пати пригласил. И Хаку решил вписаться за него. Извини, пожалуйста, Хаку апту. Ах, друг, ему голову сломали. Просто влетает вар, блядь, дает не стан. А, я две пости сразу собрал, мне больше нечего. Хорошо. А, вы пиздите. Хаку, ты фул? В меня влетает вар, ебашьте его. Где? Вон, блядь, пиздит, я его атаковал. Вообще, я не понимаю, не могу никого убить. Аспект меняй, аспект меняй. Я даю не такой аспект. Мы сначала думали, что там челы долбоебы кубы не жмут, а потом оказалось, да, что и у меня он, оказывается, не нажался, хотя у меня на экране все нормально. Поэтому бага. Просто с кубами проблемы или что? Ну да. Значит, ребята. Значит, с чем тут еще может быть проблема? Азерона трахает. Сука, я его не вижу, подожди. С кулками не знаю. Аку, я не могу, бафнуть. Гаганный босс. Полсет никак, я аспект меняю. Бабл прошел, масс диспел пошагал. Масс диспел, ебать, пидорас, ебаный. Я в семью завел. Какой масс диспел? Да вот, шадл стоит. Ты тупой? Где? А, пизданули? Все, ему пизда, отсосал мой хуй. Влад, у нас ПВПшный амаг, понимаете вообще? Да, на ПГ-то ебашь. А ну теперь все враги там. А, ну да. Что, я знаю, что... Пизди завязся, блять, ебаный. Да вы там, вы там пиздитесь, я побежал квесты делать. Подожди, а почему они против тебя? Мы когда кого-то пиздить начинаем, они тебе тоже красные становятся. Нет, я тебе говорю, я не знаю почему, но у меня не, они не становятся, не окрасняются, даже если аспект меняю. Я уже много раз об этом говорил, каждый раз. Это еще хуйня какая-то, они цвет ников какой-то другой. Приз, белый, блядь. Это хуйня, раньше все красные. Сейчас мелкого возьму. Кстати, тут сейчас челы стоят, которые из Альянса. Можем их поубивать. Из гильдии Вейка. Да. И Варф и Блад. Конечно. С удовольствием их отпижу, если я вообще смогу. Слышишь, Доля, тебе ПВП-шить надо. Да у меня есть, типа, ПВП-шмот, но такой. А 6 вроде. Давай гангать кого-нибудь. Индикаторы? Да, я не хочу быть долбоёбом. Ну, типа, мне нравится... Вот, ПВП мне нравится, типа, я его туда побегал, но... О, так го, так го, го, го. Хаку, подожди. Ну, просто... Я не уверен, что мой шмот потянет это. Да похер в ПВЕ можешь одеться, в принципе. Просто на... Типа, как я делаю. Я просто надеваю... чуть-чуть сетовых шмоток, ну, я просто надеваю, типа, вместо Т4 сет, ну, типа, вместо Т4 шмоток. Я 2 Т4 ПВП-ш вообще похуй. И остальное оставляю, типа. Я бегаю в 600 этом.
600 рисалы. 800. Ну, вообще нет. Я опять ДС. На меня 600 летит, напали, блин. Трахните. Если будет рейд, то приглашаю. Здорово, Болон. Сегодня будет. Не, сегодня я не пойду. На, видел, блядь, как надо трахать по 5 минут. Ребят, я, короче, пойду квесты быстро сделаю, потому что я хочу играть. Вы где? Я забыл долить пидораса. Да, блядь, я хочу лечь спать. Как же вы игнорируете Борланда? Так мы сказали, что нет. Замес маги пиздится. Сука, ебаный гоблин воин. Борланд, жаль, у вас здесь не лагает голос? Нет. Тут два пидораса ПВПшных пришли. Не, опять началось. Блин, ничего не слышно? Слышно, что? Слышно. А шо, блядь, надо чуть-чуть нахуй? Ну, игнорим. Специально. Борланд, где ты был вообще? Почему ты не пришел раньше? Когда, блядь? Ты проебал самый сок просто, вот самый прям сок. Трач знатный был, а Кирилл заходил. И что? Ну что, выбнулся на меня. А что он выбнул? Чтоб я поменьше открывал рот в сторону Рида. Пошел нахуй. Ну я сказал, что я не перестану этого делать. Толи токсик. Чел, в итоге против меня сейчас там все просто. Правильно. Даже, блядь, Мирая написал, что против меня. Тебе не плохо. Ну типа, блядь, мне похуй. Так Мирая, ну просто сколько у меня хватит выдержки, чтобы это терпеть, типа. И еще я и про тебя сказал, он и про тебя поговорил, мы про себя тоже говорили. А что? Ну я типа сказал, что, типа, Кирилл, ты типа начинаешь хороших челов реально кикать, а челов, которые ничего не могут, оставлять. Типа ты кикнул Борланда, но, блядь, ты сам прекрасно понимаешь, что ты потерял одного из лучших нам танков, который ты мог так встретить. Так, а смысле, он кикнул, я ну, блядь, было образно, а потом он, типа, сказал, что ты сам шел, и такой чел, блядь, я давно его хотел кикнуть уже. Кому он пиздит? А про Яшу сказал то, что кикнул, я сказал. Я и про Яшу сказал, типа, чел, смотри, вот Яша говорил, ты его кикнул, типа, Борланд говорил, он ушел. Типа, я говорю, я тут. Типа, как, что это такое? Ну что за хуйня, меня обломок убил, 83 тысячи. Я понимаю, почему ты типа, стоял. Почему он не будет нет, не кикнуть. Вот если боссом. Он хоть что ему говорить, он не кикнет сейчас. Типа, кик сейчас кого-то из нас, для него это последует, блядь, минус рейд. Чего вы съебались-то, кого-то кинули нас? Я вообще обещал Хаку сделать квесты, блядь, а в итоге... Я их делаю соло, как обычно. Сори. Шляешься, надо тебя пиздануть. Да не трогай меня. Ты там вдонил на этот хуйню. Да, блядь, я вообще... Ну, какую? Знаете, как мы распались? Точнее, как этот... Короче, был у меня хантишка в гильдии, Синкеем звали, блядь. Ну, видел я Синкея такой, это пидор вот, такой, да? Причем он был у меня на X2 в гильдии. И вот он, короче... Это из X2, да, чел, сейчас? Не, да, по-моему. И, короче, но он все время срался с чуваками, которые не доигрывали. Все сошлось к тому, что он ливнул. Просто потому, что он сказал, бля, парни, мне заебало, я играю, блядь, потею постоянно, а есть пацаны, которые не доигрывают. Блядь, вот, почему я пью припот? Я горел каждый этот вот, нахуй, говорит, я не хочу играть в эту помойку, блядь, когда челы не доигрывают. И все. Но я тоже так же, я пью припоты, я жру зев, блядь, я перепиваю банки, Рит не может, блядь, бокал фласку выпить и сделать, как ему просят. Почему я должен тратить бабки, свои силы, и я максимально посел на этих всех ебучих боссов? Блять. Там Рид столько бабок на всякую хуйню проебывает. Ну типа, блять. Дары приебал все бабки, потом. Ему 150 тысяч тогда же холер дал. На эти деньги просто за день приебал, потом. Кстати, знаете, сколько я Ридара качнул? За 10 тысяч. Просто качал лайт, блять. Может за 20 максимум. Да, я просто сделал коротенько. Я за 8. Не знаю, испиздил я голову или не спиздил, похуй. Вы убили, нихуя себе. Чудо. Надеюсь, я спиздил голову, а потом сейчас еще грудак себе Т4 заберу. Если спиздил. Ну там что-то это, Кирилл, я не понял. Ну, у него-то квест дан, а у него нету головы. А я не понял, он, по-моему, сказал, можете ролить, а половина отказались. Я не помню, он говорил мне кинуть на ролл или нет. Как понять, не то. Я вроде заролил голову. Черидона. Так на кого Т4? На шаман. А сейчас отдаст кому-нибудь из друзей. Как я на этой помойке Толгородской давно не был, нахуй.
Короче, надо будет, конечно, подыскать себе место заранее. Смотрите. Есть гильдия, короче, Hellsight называется. Я красава, меня Мелвин из двух ног улетит вместе с Чпоком. Почему? Блять, потому что мы оттуда. А-а-а, я думаю... Не видишь мой ник? Если чё, чтоб ты понимал, типа, название гильдии Hellsight придумал я. Как бы да, это я мой думал, честь, где названо. Я по приколу предложил ей поставить никнейм Доли, как в названии гильдии, она согласилась. Короче, смотрите, если что, надумайте, там, если что, десятку вторую сделаем, блять, и будем 25-ку делать. Все будет. Десятку сделаем все равно из твинков, какая разница, там все равно ну не вот, будет. Вот, вот. А значит, туда заходить нельзя, да? Выйти руинить меня, да? Пидор. Не, я буду, а типа, если я потом буду уходить, то... Ну, типа, я найду гильдию, в которой челы хотя бы слакать не будут, типа, блядь. Так, я буду молчать. Не мечтаешь. Ну, так, ты типа, не. Блядь, помоги, пожалуйста, меня рога убила. Типа, если хочешь, чтобы не слакать, вон, иди в Exalted, но там ты не будешь одеваться. Ты будешь других челов одевать. Exalted первый рейд, блядь. Да, везде надо других челов одевать. Это, блядь, не исключается. В первом рейде у них дездемайз, которого я передамаживаю на всех боссов. Нет, они не поменяют его просто потому, что это дездемайз. Да. Это как у нас, меня. Типа, даже если Яша начнет дамажить больше, чем Люмикс, типа, никто не возьмет Яшу, типа. Потому что, ну, типа, они не будут менять, типа, основных своих челов. Да, это чуть. Никогда. Пока что из всех дамагеров, которых я видел вот именно на фронтах, я только в ахуе из того, что зомби так много дамажит, типа, я думаю, что он намного меньше дает. Да. Почему тебе нельзя пиздануть? Я не трогай последний квест, дай мне сдам, блядь, и пойду я нормально. Я еще подрочить хочу все. Из одной гильдии, блядь. Уби, помогите, бьют. Уебали. Спасибо. Ой, блядь, да, помощь ебаный. Иди сюда, нахуй. Подошел быстро. На. Блядь, с магом в пати еду не просит, нахуй. Куда она, блядь, пойдет? Такой тупой. Вообще, я не просил еду, у меня нет места. Тебе нет так, места. Ладно. Блядь, стоит слоу хп. Пойду я в лол. Бобом. Давай, good luck. Блядь, ну давайте одну бочонку, мужик. Ты сгорел немножко, да? Я, блядь, понимаешь, я не то, что... Так, тебя же Дима зовут, да? Вот. Вот. Есть сумма новости? Что там какой-то баг был с кубами? Да, нас взломали санкции Америки. Группа Анониму сломала наш магик. Жестко. Куб тыкается, а луча нет. Угу. Это у одного человека было все время? У двух, можно сказать. Ну я такое только видел, когда или мышка залагивает, что типа тыкнул и сразу еще раз тыкнул, что типа луч исчезает сразу. Может баг какой-то? Не, у нас анимация прям шла и час шел. Ну это серьезно, значит. Ох, это щит. Сбивайте касты, пожалуйста. Себе вот колка, давай анекдот курим. Блять, грустно. Ну, блядь. Колка. КД. Thank you.
там голову разролили? Киньте голову на роль. На ролл по-быстрому. Кто выролил? Рольтик полу. Там прист у нас в Доворане. До этого в Огре пизды получал, мы уснуть не могли. Наш незнаком. О, третий пал появился. Ты в DC сталкер. Так, Войт, спикни с танка, Дремич, заберешь Олма, Войт остальных, быстрее, поехали. Ой, блядь, надо портоваться. Да какой портоваться, иди танчи, ну. Да там спик, ебаный, блядь. Блядь, ладно. Давай быстрее. Кто кого танчит? Всем, кому я сказал, я думаю, услышали. Короче, это ты... сталкеры, а потом блоки раскидывать буду только. Ты кресты кидай. Ты груля будешь танчить вместе, Дремич. Симон себе поехали. О, кто там кидал на руку? О, Ржибай. Так, что, троих, да? Да. А чё, отдают, поехали. 5, 4, Керу сразу спал. 2, 1. Ну ты просто надо загроз кинуть. Блин. Как ты умудрился по крошу мультидоте, блять, понял нахуй. Без... У нас на полу нету, блядь. Мы где-то открошим. Гениально. Колеч, как дела? Чилю, ебал вниз. Как там мультидот, нормально? Ты кинул, блядь, одну дотку, пиздец. Кресты такие, кресты. Дизарм на короля все еще работает? Да. Тигр, попрежду. Короля отвези. Сейчас закрутим. Это мы их идем 25-ку потом? Нет, идем кроля и после кроля. Потом. РДГ по королю поехали, не видно, по главу. Дайте кинь на манку. Она же, блин, жопу что-то не отвечает, я ему хотел предложить что-то, типа, вместо него сходить на его аккаунт.
гнорит собака. Если надо будет. Он хватает людей, наверное. Ну если что, вдруг я всегда готов помочь. Да, у нас миликов же там нихуя нет. Да. Ладно. У нас фулл рейдж. Тучкенца бестили, бейте, если поглазим. Бентли тоже поглазим. А, подожди, нет, тучкенца на короле оставайтесь. Фаермаки у Джиббэби, где бейте тоже поглазим. Остальные на короле. Тебе сегодня не фартит. Ты слабее, чем я думаю. Третий просто. Тот сам. Разочек тут всего здесь. На, отказываемся, потом разрум. Если игру нас рум. Ну того-то он тидер меча, это... Вот этот слева мой. Громилу подержу. Следующий. Мы дальше в ретрик заканчивает пал. Нет, какой, блять, и танчит нахуй, агро набирает. Он затанчит, там агро не наберет. Войду танчить его, да, наверное? Да. Ну войд и дремич будет танчить. А, ну ладно.
Причем придется стопать нахуй ДПС, блять. На плане у меня нет. Ну да, да. Рыбу хавайте. Те, кто умирал, куба, фрибафните, пристава. Кто там еще умирал, я не помню. Прист, маг. И кто-то еще. А легендарный Энс умирал. Вообще на полу маг. Не бьем босса вообще. Танки набирают всякого. Не бейте. Стоим, ждем пока. Ну да, слабенькие, которые одеты, кто гроз сразу не срывает, можете бить. Остальные не бейте. Сейчас хотя бы 1500 наберут, начнем. Хотя до перетяжки, после перетяжки начнем. Так, я смотрю, дали, блин. Геру дайте. Батя, нажми раскол. Можешь сальву колу дать? Не надо. Трипл, аналогичная ситуация, нажми раскол. Побейте, дай сальву. Быша. Ты в курсе, бля, все вары, которые крутят ПВЕ быша, это ебаные колясочники. А ты думаешь, на чем я сейчас сижу? Ну, инвалид, что ли? Да, на варе играю. Заебал.
хоть 10-15 сейчас получится, то есть можно. Траур. Да, снимай траур. Вагон. Где? Еще один вагон. Можно меч не хапало. Надо кому-то. Феномен кому-то надо будет, а нет. Кому-то надо меч. Так, поехали с магика. Был один разбойник, по-моему. Нет. А. Это на какие, блядь, спеки ролите, нахуй? Ромашка, ну, век. Ек, твинк, хуярится. Я могу тоже хуяриться? Рыбис, тоже, подожди. Клест. Шо ты клест? Клест, где он, блядь? Собак. А я так понимаю, кто на ОВ, там, блядь, на, все на ОВ нахуй хуярят там. Все на ОВ причем, блядь. Кому на мейн спек, наверное? Только ЕК? Не, порол. Только это 4 пункта. Это твин, так что у них плюс-минус одинаково. Тогда 9. Только этот. Я не понял, Ромашки засчитала, что 500 поставила или нет? Короче, будет кто перебивать Ромашку? Я буду. Так все, ты и пораскидал же? Да. Кому ничего не надо, можете ходить. Ладно, рольте пока этот перчик. Кун ко мне. Дальше. Кольчуга эта хуйня надо кому-нибудь. А он разве не привязан? Блин. Сейчас, подожди секунду. Лес, за сколько ты там забираешь? Ты сейчас... Я снял уже. А, снял, давай обмен. Так. Поезд этот надо кому-нибудь? Посмотрел. Поезд никому не надо, окей. Меня нормально слышно? Да, да, да. Так, дальше, плащ.
Давай, мин. Это для прежде. Это прямо. Речь человек без грудь. Скайна мен забирает. Кунка 260? Нет, лучше менты. Стой, подожди. Лучше менты. Лучше это тоже твин. Это чей-то новый, это новый. Нет, 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 но... Не, нет, я говорю, он 250, а там кунка 260 поставил. Ну, кунка 260. Значит, твой инвест друид ноги. Надо тебе ноги, кунка? Угу. На, ты там, дай ногушка ставить. Так, дальше. Молот на роронте. Там второй, да, он забрал один из трех песок. Лучше менты. Давай, мин. Дальше. Меч. Войт, блин. Так, глаз, последний. Он чего, паровый или ПВП? Глаз тоже паровый, и говняный ПВП. Ну, хотите, могу ПВП пустить, мне похуй, но вообще, типа... Потрясающе. Хз, я бы на ДЦшника его забрал за ИП. Давайте по ИП тогда, окей. Я писал, потому что про К4 только и про К5. А, ну если по ролу, тогда по ролу. Делать ставки-то. Забирай. Давай, блин. Я на острове отдашь?